Здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем знакомство с японскими благовониями. Сегодня я вам представлю благовоние серии New Morning Star, новая утренняя звезда, под названием вода, аква. Благовоние трехсоставное, содержит три ингредиента: цикламен, тангерин и жасмин. Аромат мягкий, плавный, обволакивающий, успокаивающий, немножечко свежий, но в то же время немножечко томный. Очень хороший вечерний аромат. В пачке содержится керамическая подставочка и 40 благовонных палочек. Время горения одной палочки около 30 минут. Что ж, рекомендую вам попробовать этот аромат. Если вы только знакомитесь с культурой японских благовоний, то, пожалуй, это один из лучших выборов. До встречи!